Киевский районный суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов в центре города. Подсудимый отправлен в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. Прокурор во время заседания ходатайствовал о том, чтобы оно было закрытым. По мнению обвинителя, обнародованные в зале суда данные могут помешать задержанию остальных членов преступной группировки. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о закрытом заседании, во время которого и избрал меру пресечения. Клопотання старшого слідчого слідчого управління Одеської області дорогу задовольнити, заставати до підозрюваної особи запобіжний захід для тримання під вартою, в Одеську взявши особу під варту в залі суду, помістити в Одеську через дитину міста Одеси. Визначили, в дії ухвалу вже дитину розслідування, все діби чисто з моменту правовочної ухвалу, тобто з 3.10.18 по 2.12.18. Напомним, 28 сентября на улице Софиевской преступники напали на инкассаторов, обслуживающих обменные пункты. Злоумышленники открыли огонь и завладели средствами в размере более 3 миллионов гривен. Один из инкассаторов получил ранение ступни, у второго огнестрельное ранение бедра, сломана шейка бедра, повреждены артерия и бедренная вена. Поиски остальных членов преступной банды продолжаются.